Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Как побороть любовную зависимость? Я рассталась с гражданским мужем, вместе были 9 лет, ушла сама, потому что не могла терпеть его перемены настроения, ревность уже 3 месяца. Мы общаемся, но не могу перестать о нем думать и жить своей жизнью. Моя жизнь как будто остановилась. Хочу перестать думать о нем, хочу опять жить полноценно. Как справиться с этим? Ну, во-первых, давайте сразу раскроем, что вы имеете в виду, говоря справиться, да? Что вы имеете в виду? Что вы подразумеваете под этим? Потому что для меня, например, когда человек говорит, хочу справиться с вот, ну, с чем-то, для меня это означает, ну, вот, как правило, такое подавление, ни много ни мало. Вот. То есть я вижу в этом подавлении, когда человек говорит справиться. Вот. Я не говорю, что вы обязательно имеете в виду то же самое, да? Но что вы имеете в виду вот под справиться? Давайте определимся. Да? Это первое. Значит, второй момент. На который хочется обратить ваше внимание. Значит. Любовная зависимость, как и, ну, вообще любая зависимость, наверное, возникает тогда и только тогда, когда у человека есть трудности с личными границами. То есть о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, значит, когда я не разграничиваю себя и другого человека, не ограничиваю себя и другого человека, да, не ограничиваю ответственность. Вот как бы свою ответственность, да, и ответственность другого. То начинаются трудности, начинаются проблемы, начинаются конфликты, начинаются ссоры. Понимаете, да? Потому что как бы, ну, необходимо отграничивать эту сторону. Ну, как бы четко достаточно видеть, да, как бы, где я, а где, соответственно, другой человек, вот. И, как бы, если этого нет,
Если этого не происходит, то нет. Смотрите, вы говорите, что вы жили с гражданским мужем 9 лет. Давайте как-то посмотрим правде в глаза, может быть, и признаемся в том, что, ну, как бы, не бывает гражданского мужа. Бывает, скорее, сожитель. То есть вы 9 лет почему-то жили с сожителем. Вот в чем, как бы, прикол. Вот. И вопрос, как бы, здесь такой. А почему я 9 лет жила с сожителем? Почему я вот как-то, ну, согласилась на это вообще? Да? Как бы. Вот в чем вопрос. Ведь что-то же вас, ну, мотивировало 9 лет жить с человеком, который вот как бы на вас не так и не женился. Понимаете, да, какая штука? То есть это все не заниженная самооценка. Дальше, как вы себя чувствовали, когда находились с мужчиной? Вот. Какое-то было состояние? Что вы получали от нахождения с этим человеком? Ну и последнее, это ваше интересно, то есть ваша жизнь, она вам не просто интересна, она не просто вам не интересна в данном случае, возможно, она никогда не была интересна. То есть вы делаете не в том, чтобы перестать думать о нем, делаете в том, чтобы наполнить свою жизнь тем, что вам интересно. Наполнить жизнь своими чувствами, чего вы всегда хотели бы делать, что вам всегда хотелось. Вот что важно, понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот, это нужно вам для того, чтобы вы смогли начать работу над собой. Это такие вот первые шаги для работы над собой. Удачи вам, обращайтесь.